Никто не знает из друзей, что я Хантер на Лоли. В интернете их смотрю, рука тянется к ремню. Разве это большой грех смотреть Лоли для утех? Пусть не сердятся друзья, что все это про меня. Не нужны мне чьи-то мамки, ведь они вульгарные самки. И подумать даже не готов, сколько ж до меня в них побывало мужиков. Все эти девушки бухие, да они уверенные такие. Цените другое красоты, мне бы больше душевной теплоты. Никто не знает из друзей, что я Хантер на Лоли. В интернете их смотрю, рука тянется к ремню. Разве это большой грех смотреть Лоли для утех? Пусть не сердятся друзья, что все это про меня. Я хочу их только защищать. И скажите, чтоб меня отпустил, я ведь не какой-то педофил. Никто не знает из друзей, что я Хантер на Лоли. В интернете их смока милоты, вот бы разглядеть лучик этой чистоты. Общество не хочет понимать, я хочу их только защищать. И скажите, что мент отпустил, я ведь не какой-то педофил. Никто не знает из друзей, что я Хантер на Лоли. В интернете их смотрю, рука тянется к ремню. Разве это большой грех смотреть Лоли для утех? Пусть не сердятся друзья. Подошла снова эта тетка, позвала на свидание четко. Уже давно от нее устал и наконец все